Это вот еще один питомец появился. Вот такой вот. Грызун мелкий. Это у нас карликовый пудель. Девочка. Долька. Вот такая вот деваха у нас еще появилась. Стой ты, покрасуйся. Эй, деваха. Маленькая еще 2 месяца. Но ничего, скоро вырастет. И скоро можно будет гулять. О, такая вот красавица у нас. Злая, кусается, грызется. Вот такая малышка. Добрый день, дорогие друзья. Вот она, моя колония Месерструктор. Прошло у нас 2 недельки. Практически 2 недельки. Муравьев много. И загадили они тут все. Сделал я аренку небольшую. Сейчас откроем аренку. Откроем пробирочку такой, чтобы они вышли на арену. И посмотрим, как они себя будут вести на арене. Вынесут ли они мусор, наведут ли они порядок. Потому что хлам у них здесь полный. Порядок здесь надо наводить. И посмотрим, наведут ли они его. Ну что ж, открываем. Открыл я арену. Но на арену выполз пока только один муравей. Здесь я заметил кое-что еще. Вот здесь вот. Вот здесь вот сидит большой муравей. Муравей-солдат, как я понял. Сейчас я найду линзу. Найду линзу. И постараюсь его разглядеть поподробнее. Ну а пока на аренку у нас никто не выползает. Один мураш, который был на ватке. Вот который был на ватке. Тот только и выполз. Остальные. Остальные пока сидят. Ждут. Вот он получается, муравей-солдат. Лучше уже не получается у меня приблизить, но все равно он практически в 2 раза больше. В 2 раза больше, чем остальные муравьи. Вот такой вот здоровый тип гражданской наружности. Как бы его получше показать? Вот он. Это вот муравьи, которые остались у меня от первой колонии. Вот их столько много. Еще даже есть личинки, не вылупились, не до конца еще все вылупились личинки. И я хочу их соединить. Вот у них тут такой порядок. Губка для воды, мак они вон выложили. У них тут порядок, чистота и уют. Я хочу потихоньку их соединить с этой маточкой. Потихоньку добавлять по паре муравьев, добавлять к этой матке. И посмотрим, что из этого получится. Приживутся они или не приживутся, если добавлять их несколько. И, наверное, завтра начну уже делать формикарий. Формикарий буду делать стеклянный, большой. Так что посмотрим, что получится у нас из этого всего. Вот. А сейчас будем ждать, когда наведут порядок муравьи вот в этой вот пробирке. Потому что здесь у них кошмар. Вообще мусора много, но мусор они потихоньку, я смотрю, выносят. Дождемся, чтобы вынесли весь мусор, и тогда уже посмотрим, что и как. Что у нас будет.
Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в ВКонтакт в группу. Всем пока, до новых встреч!